Президент Аргентины Маурисио Макри разрешил США разместить военные базы на территории своей страны. Об этом сообщает газета Арестегино Тиша со ссылкой на источник в военной сфере. По словам собеседника издания, речь идет о создании трех баз, финансировать которые будет Южное командование армии США Саутком. Решение было принято в обход Конгресса, который должен санкционировать размещение иностранных военных объектов. Одна база разместится в провинции Миссионес на так называемой трехсторонней границе, где территория Аргентины соприкасается с Парагваймой Бразилией. Вторую уже начали строить в провинции Ньюкен, где находится крупное месторождение сланцевого газа и горючего сланца. Третья база появится на огненной земле. Также правительство заключило специальное соглашение с агентством по контролю за оборотом наркотиков США о создании спецподразделения по борьбе с наркотрафиком и терроризмом в провинции Миссионес. Отмечается, что в этой работе будут использованы военные методы, помимо этого, в Аргентину почти на месяц прибыли американские военные, они займутся обучением элитных спецподразделений полиции страны перед саммитом G20. Собеседник издания подчеркивает, что военные прибыли без необходимого разрешения Конгресса, а их деятельность нарушает закон Аргентины, отделяющий национальную оборону от национальной безопасности. Саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. Ожидается, что на нем будет присутствовать президент США Дональд Трамп. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся.